У детей, похоже, школа кончилась. Вот это рюкзак у девочки до самых коленок. Вернее, что там с другой стороны коленок, где они сгибаются. Это же ужас. Маме надо как-то подтянуть этот рюкзачок. Вот это наш Пай-Хотель. И вот они сказали, вот Джуз-центр Саши рекомендовал. И в интернете я тоже читала. А что у них там? Какой-то цемент. А у них ремонт, что ли, начался? Вы не вовремя, господа. Дайте я спрошу. Можно попить, да? Заходите, говорит, с этой стороны. Да? Есть? Пошли. Попробуем. А то такое ощущение, что у них ремонт происходит. Здрасте. Идите к нам, пожалуйста. Так, сюда можно зайти, да? Ага, thank you. Do you have juice? Yeah. Отлично. Принесите список, пожалуйста. Мы сейчас в джуз-центре. Джуз-центр, как бы. Да, здесь есть все. Но сегодня нас интересует джуз. Манго, 55. Сомневаюсь, я не видела манго в продаже. Дальше. Ну, apple, яблоко. Яблоко почем? 55, здесь стандарт. Ну, вот тут банановые 35, чипу 50, ананасовые, кстати, 50. Ну, я бы ананасовые выпила. Да, и вот тут, а нету, а есть, посмотри, этот гранатовый. Помигрант? Да. Do you have помигрант? Do you have pineapple juice? Yeah. For me, one pineapple juice. For me too. Ага. А это смузи есть? Чуть-чуть. Не хочу терять священного озера. Да. Слушай, ну, благословение. Самое главное, менталитет. Да, да. Все, значит, мы чистые. Саяна. Да, да. Да, рисовые поля я тоже видела. И там такие большие стога. Да, 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 да. Потом храм, в который нельзя входить. Угу. Иностранцам. Иностранцам. Нам... Ты же сказал, фрут-джуз. Фрут-джуз, да, джуз. Это а это не нам. Господи, а мы перепугались, что нам, что нас сейчас заставят мороженое и кушать. О, красота какая. Лотосы священного озера. Так, у нас здесь джуз-центр, спа-салон. Раза, мазать надо два, потому что вся глубина из-за того, что там два слоя. Да. Одним будет мало, поэтому лучше сейчас мы намажемся, высохнем, да, и опять помажемся. А пока у нас есть время и в интернете посидеть. Да. Ну что, пробую сок. А ты куда ходил-то? Он мне включил, я поговорила с дочкой, с Ирочкой. Очень вкусные девочки. Давайте за сегодняшнее открытие. Столько сегодня всего чудесного. И плюс мой бэби, майн компьютер бэби Хелси выздоровел. Саши говорит, мы повезем нашего бэби в госпиталь. Взял билет, отвез бэби в госпиталь. И теперь за здоровье моего бэби. Да. Мазать надо два слоя. Тогда будет красивее, очень красиво. Вот на солнце будет такой глубокий цвет, вот увидите потом. Здесь вот в темноте он просто фиолетовый, а там он просто как голографический. Супер. Шейк. Манго, я думаю, что нет. А милкшейк это с молоком, нам же сегодня нельзя. Нет. Поэтому мы будем пить. Папайя. Мы будем пить, что у него есть. А не то, что мы хотим. Do you have papaya juice also? Папайя? Будешь папайю? Будешь папайю? Три папайя. Что-то масть легла. Не, я папайю вообще обожаю. Да, девочки. Надо вам делать, вам надо сейчас. Сай-баба. Да. Сай-баба говорит, каждый день кушать папайю. А можно я ананас повторить? Так, он пошел. Угу. Ну, сейчас папайя. Сейчас по папайе. Короче, процесс пошел. Девочки, очень хорошо сидим. Вообще, конечно, пока еще у нас все это. Давайте, первое. Так, я уже могу второй. У меня подсохло, давай. Я сама первая начала. Да, сейчас могу второй слой. Давайте. Ой, праздник жизни продолжается.
папаевый сок. Обливается вся как свинья. Давай-то, Ира, опять Таня. Давай, нормально. Окей. Ручку убери. У меня аппарат, а то кто-то хулиганит. Да. Наташечка, покажи ноготочки, как они смотрятся при свете. О, прекрасно. А в сочетании с моим сари? О, просто божественно. Божественно, да. А куда мы сейчас идем? Мы идем купить Маха аптеку. Ганапати Медикал. Шри Медикал. Маха Ганапати Медикал, да. Сейчас узнаю, есть ли там. Там супер какой-то крем от морщин ты покупаешь, да? Гиалуроновый гель. Гиалуроновый гель. Парацетамол? Да. Да. А температуры, обезболивающие. Да. Опять не привезли этот гиалуроновый гель. Или проедем по этой улице сюда заедем. Да, да, мы ведь все равно нам ехать, наверное, по этой надо. Сегодня получается 26-й лунный день. Экадыши в 11-й лунный день и в 26-й. На 11-й день после полнолуния и на 11-й день после новолуния. Ну, так-то, конечно, не страшно разгружаться. Вот эти вот три чупа, это для чего? Для, чтобы волосы не выпадали. Мало того, они новые растут. Да что ты. А у нас одна приезжала, мама здесь. 250. И так, также есть таблетки три чуб. Тоже. How to use it? This is for one month. Morning one, night one. After food or before after, food? After. После еды. Утром одну, вечером одну. Это тоже вот для волос. Ну, надо попробовать. One month, 3 to 4 months. Надо от 3 до 4 месяцев укреплять и оздоравливать волосы. А здесь две волоски. По 30 это на месяц. Да. Одна на месяц. Значит, одна на месяц, значит, покупай три, да. Надо три. Ты кому-то в подарок повезешь? Ну, я думаю, 250 пишет, что стоит. Мы ну, да. For me, one. Another one? Or... No, one, okay. One is enough. Okay. Так, 500 возьми. This one you need? No, спасибо. А вот это, девчонки... Го, ну, го это корова, да, как гакарна. Амрита. Гакарна это корова. А это амрита, это значит урина. Кау-юрин. Кау-юрин, это моча коровы, очень полезно. For what this кау-юрин? For immunity. Для иммунитета очень хорошо. And internal organs, for kidney. Liver, для внутренних органов, для... А все в балансе, для почек. Yes. Полностью собой. Вот здесь вот белых браминских коров вот продают урину. Очень даже люди ее покупают с удовольствием. Вот она, го. Одну чайную ложку на голодный желудок утром вот это пьется. Чайную ложечку. Чайную ложечку. Чайную ложечку, да. Угу. На пустой желудок. А ты взяла себе? А, таблеток нет. Это что? Панкреатин. Это для поджелудочной. Вот у них есть. Энзокс плюс называется. Посмотри, какая красивая. 600 она хочет за нее. Льняная такая сумочка. Покажи. Прямо, ну, очень хорошенькая. И сверху есть, по-моему, молния. Нет, сверху молнии нет. Вот здесь только молния. И запах прямо. Запах прямо мешка, да. Это 300. А это, зато видишь, застегивается. Ну, там пока вот на этот застегнешь на деревяшечку. Мне вот это нравится. Ну, ты же не будешь ее в Тюмени носить? В Тюмени нет. В Индии тоже нет. И в Индии тоже нет. Ни в Тюмени, ни в Индии. Вот красивые. Смотри, какие сумочки. Иньян, грибы, слоники. Ну ладно, тогда пошли. Фая, ты все у Шивы купила? Шива ждет. Привет.
Все. Все, да? Финиш. Ну ладно, давай, счастливо. Тогда счастливо. Увидимся. Молодец. А что это? Какой-то звук. Может, что-то выносить будут? Хотя нет, закрыто. Столько полиции. Ну да, наверное, выносить будут. Охрана такая, людей не пускают. Но люди вообще с другой стороны заходят. Какая-то там церемония. Зайти? Попробуем. Самстан Шри Махабалишвар Дев Шри Кшетра Гокарна. Ну вот этот вот храм называется Махабалишвар. Мантра Джая Джая Шанкара. Вот там он в самой глубине, этот Атмалингам. Потрясающе, какие здесь вибрации. Вот с 12 до 2. Амрутана Прасад. Мы сегодня не сможем поесть, потому что у нас Экадыши. Вот надо туда встать, взять талончики, пройти вовнутрь. Поэтому мы все-таки... Morning working? Morning. 8 o'clock working? 8 o'clock working this ashram? А, open. Ага, завтра можно 8. А, окей. А same food, morning and afternoon, same? Та же самая. Райс, рис и самбар. Прекрасно, сладенький рис будет. And a sweet rice. Sweet is also there. Да, тоже rice будет, будет, да. Ну, спасибо, все, все. Спасибо. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you. Ну что, типичный просад. Да. Пойдем. Ну, я так понимаю, что это, наверное, какие-то, наверное, богатые люди спонсируют. В обед пойдем сюда. А может, в обед зайдем? Знаешь, почему? Потому что все равно нам эту аптеку идти. А может быть, мы просто в обед зайдем, просто попробовать чуть-чуть, вот совсем чуть-чуть попросим положить, а потом пойдем обедать нормально. Нет, мы здесь покушаем, а то еще потом пойдем обедать нормально. Так, мы пообедаем дважды нормально, здесь и там. Да. Мы наградим себя за сегодняшнее воздержание. Девчонки хотят сумок докупить. Штанишки чудные. Да, моя хорошая. Ой, у Саши таких штуки 4. Фиолетовая, белая, желтая. Мальчики мои не войдут. Мои мальчики должны... Он индивидуально пошил, ему очень красиво. Мои мальчики беднее. Потому что, говорит, ее место дешевле. Наталья, иди выбирай себе Ганешика сумочку. Who is it? People. Singing. Old man, old woman singing. Старые мужчины и старая женщина, они поют просто. Да, наверное, да, как да. Голос. Maybe voice program. Наверное, программа Голос. Отлично. Бхотача, бхотача. Ирина, это что знаки? Я не знаю. Ну что-то хорошее, гармоничное. Я так думаю, что дерево. Вот и дерево. Что думаешь, на макшивай? Три. Дерево, нет, дерево, она тебе говорит. Дерево. Покажи, ты чего это взяла. Я шивочку. Бери на Махшиваратри, будешь с такой таскаться. Да. I took yesterday, Ганешик. А вот тут надо зашивать. Ну, на всякий случай, да. Может даже распороть, туда засунуть больше и пришить как следует. Потому что у меня первым делом это растрепалось. Меня-то вы все равно, девчонки, не порадуете. Большого ничего вы мне не найдете. А где тут? Ну, какие штанишки. Сколько штаны стоят? Вот это?
Да. 500-400? Как-то она так с сомнением сказала, так. Красиво, красиво. Африка. Штаны. Нет, я не хочу штаны. Они вот резинки у вас тугие. А туника есть? Туника. Туника. Только хорошая туника. Большой размер туника. Ну что ты мне показываешь? Нет, это вон на фаечку. Нет, надо длинную. Лонг. I like long. You like long? Лонга. Good size. Китна пайса. Сколько? 600. 600, говорит. 400. 600, говорит. 460. 500. Нет, 450 нормально? Ты чё? Сама купили дорого. Ну, качество, посмотрите, хорошее. Как бы ты что бы... Приложи-ка к себе, а я посмотрю. Легко. Вот у них там под мышками не слишком мало. Мне же надо туда грудь расположить как-то. Вот так один на себя и расположи грудь, если надо. Артистки. Сама расположи, сама подбирай колор и сама крась. Покажи, вот это что такое красивое. А вот это что у нее веселенькое такое? Пончи. Вот это тебе очень красиво. Очень хорошо. Покажи. Мне хорошо. А это почем? Дресс. Так, Наталья, дай я опять на тебе расположу пончо. Расположи. Подождите. Значит, пончо-то веселее как-то смотрится. Те платья гуашного варианта, они как бы уже достаточно... Давай на меня оденем. Варианты избиты. Так, давайте, Наталью, давай, сейчас мы принарядим. Нет, это совсем другой это дизайн тела. Body design different. Расправьте, пожалуйста. А еще и руки толкать, что ли? А ты думала? Я думала без рук. Без рук? Нет, тут все по-взрослому. И тут, что ли? Да. Ну, как интересно. Там какая интересная штука. Ну, необычно, конечно. Да понятно, что, конечно, на сари, да на бега. Так, а грудь у тебя-то вместилась? Да, легко. Она говорит, на сари и на бега. У меня что такое, моя грудь и твоя грудь? Что сравнивать? Да, ну, все равно, надо посмотреть. Другой колор. А китна? Китна? 800. 800. Да. Ой, она упала. Сейчас я постараюсь найти денежку, отблагодарить Шиву. Так, ну давайте мы. Сегодня Шивочка нам много чего сделал. А он что, он бетель жует, да? Да, он же на бетель уже много жует. А дорогой, что ли? Он же пан-то не очень дорогой вроде. Пан масала. Ну, он сказал пароль. Он сказал Шива. Шива. Правильно? Все, Шива. Вот. Все. Сай вам. За это дело, да. Я сегодня хотела Шивочку отблагодарить, но в лице какого-нибудь его преданного. Вот и отблагодарила. В спину крикнули Наташа. Идет мужчина с камерой и микрофоном и машет рукой. Я не поняла. Наташа, ты, кажется, будешь опять героем съемок. Давай. Амма, вещай. Я буду транслейтером. Наташа, пожалуйста, престол. Hello. Коллега, здравствуйте. Коллега. How are you? Where are you from? I'm Ильяфасан. This is Vichy News. This is Indian News. Indian News. Which kind of program you did today? About temple. О храме. You meet there, no? Yes, we was there. Speak about temple and then Indian culture. Ты можешь рассказать немножечко о храме, об индийской культуре, только коротко и простыми словами. Махабалишварам этот. А, ну, коротко, а почему? You know English? Ты знаешь? I am translate. I will translate. Okay. You can speak, no? Ты можешь сказать немножко? Скажи, скажи, да. Держи вот это. Come this side. А, вот this на ту сторону. This side? Side? Rama, no? No. This, this, Rama this temple, place, no? This place. Rama or Mahabaleshwara temple. Скажи что-нибудь о Махабалешвара храме. Ага, держи. Yo, this place. Вам рассказывать. She will speak Russian. I will translate.
Окей, а че? You speak English. Окей. English, okay. No problem. Okay. Тора, тора. You speak only Mahabaleshwara temple. Understand. And then Mahabaleshwara temple culture and Indian culture. How do Indian culture? You know, Indian culture. You like that Indian culture? Yes, yes, yes. Тебе нравится индийская культура? Yes. Ты в сари. Коротко и ясно. Расскажи об этом храме, что ты знаешь о Раване, например. I'm calling. Gokarna. And I, in Gokarna two times, I'm usually go to Puttaparthi, Ashram, Bhagavan, Shri Sati Sai Baba. And I very like Shiva. And in this year, I'm dream to go to Gokarna and I'm stay in places Shiva. We, Shiva place many in this, in Gokarna. We go to Kava, Shiva, and cave. Cave Shiva, and to go lake Shiva, and today it is more blessing. We go in Mahabaleshwar, and foreign people know entry, but we look no far this Linga Shiva, and I feel vibration very good, and I so happy. You like that Mahabaleshwara temple? Temple. Yes. Huh. Yes. Yes. Properly you sentence too. Sentence. Continue. Continue that. You like that? Ну продолжи что. А. And we after come we give prasad in this temple and eat prasad to. Eat. And you like that Indian culture and Gokarna? Yes, like that? Yes. You tell yes. She know about Ramayana, yes, about yes. Ravana, yes. Rama Sita. Where many interesting place in Rama temple? No. Only. Yes. And this place, when Ravana half lingam, and go from Kailash to Sri Lanka. She put lingam on the earth, земля, earth, and lingam stay here. Many years ago. And today we have blessing from Shiva to see it and have in us. In us, spiritual way and jiva and hurt and love about all. Thank you so much. What's your good name? What? Name. Natalia Orlova. Yes, thank you. From Russia. Thank you so much. Thank you. Be happy, Shiva. Sayram. Сайрам, thank you. Ну чё ж фото, тут целые 10 минут спич. Я там укладывала вещи. Ну, здравствуйте, там, если кем-нибудь, нет, I don't, but Ирина and Natasha speak English well. Они хотели, чтобы в саре, да, женщина выступила. Любит ли она культуру? In sari. Next to Ирина. Наталья, классно. Ты попала. Не, здорово, молодец. И ты знаешь, даже я так думаю, что спич понятный. Если что, они бегущей строкой дополнят. Конечно. Если что-то ты немножечко вдруг ошиблась для них. Вовремя мы, извините, меня ноготочки туда красили. Вообще, я это было мама. Красиво, как ты ими махала. Надо было ближе к их камере совать. А ты, главное, говоришь, прямо так похоже, как будто кто-то крикнул «Наташа!» Идем, смеемся, разворачиваемся. А он и правда кричит «Наташа!» Фуджи.
Смотрите, вешают гирлянды. Представляете, как у вас будет вечером красиво? Наверное, это уже к Дивали, к празднику огней. Сегодня 3-е, 6-го же уже начало. Бежит, торопится куда-то. Ты куда торопишься? Такой одинокий. Ну, ты засняла наше видео, да? Да. Кошка сходила на рыбный рынок, посмотрела, ей рыба не понравилась, уходит. Вон рыжая кошка. Драная такая, но... А что она морду-то ворочит? Морду что-то ворочит, рыба не такая. Осталось. И у меня новогре. Представляешь? Ага. Наталья меня проводить вышла. Да. Зарулили на секундочку к ним и просидели, наверное, часа полтора, да? Ну фотки поперекидывали, пообщались. Вот. Хорошо все-таки, не так сильно печет солнышко. Пойду сейчас, уже, наверное, 4-й час. Душ приму, а потом, ну, сами решайте. Можете ко мне подойти, покупаемся. Да, ну нет, ну да. Если что, да, если что, тогда я, может, завтра встречаемся, да? Ну, я думаю, что... В Рама Темпл не пойдем сегодня. Да, нет, в Рама не пойдем. Хватит. Как-то надо завтра. Я, передышка. Наверное, собираться сегодня начну. Да, я тоже, наверное, сейчас чтобы буду собирать чемоданчик. Еще одну сари положить и уже идти. Ага. Ехать. Я тебя провожу. А, проводишь? Да. Ну и давай, хорошо, ладно. Тогда разуюсь. Ага. Только крабика нашли. Шел себе, шел. Я только камеру достала, он закопался, дурачок. Ну, давай, ты теперь не попал. Да. Не будет он, не будет звездой Ютуба. Как они быстро закапываются? Раз-раз, и нет его. Это какой-то маленький-маленький, ой, житель, каких-то шариков накатал, норку выкопал. Это же мандала прямо. Прямо мандала, да. Ну как это они шарики-то катают? Песчаные шарики. Да. Труд-то какой. И скатывают. Видимо, зачем? Зачем-то? Зачем это ему надо-то? Природа, все для красоты. Здорово. Осторожно, вон, не раздави. Уже все. А, все. Освобождение получилось. Все, освободилась от страданий. Собачке просто нравится стоять и чувствовать, что на нее набегают волны. Так я понимаю. Или она не хочет с кем-то общаться. Зашла в воду. Мам, дорогая, я уже убежала на край нашего пляжа. Я уже пошла в какие-то домики, чудные бунгало. Тут этого не было. Как так я умудрилась проскочить? Потому что средь бела дня. И еще с Натальей шли, болтали. И я не поняла, может быть, она меня даже оставила возле моего домика, а я пошла дальше. Вот это да. Мне кажется, где-то здесь мой дом. Почему я его не вижу? Вот кафе Шивашанти. Не оно ли светится всегда? Здесь они всегда огонь жгут. Как же так? По светлу не узнаю. В темноте узнавала. Я вот уже на этом Сурья гестхаусе, кафе, засомневалась. Я его никогда не видела. Привыкла, Саши? Куда ведет, туда и иду. Заблудиться. Ну надо же вот так вот в трех соснах, в трех пальмах. Да, и правда. Очень я кружила. Товарищи, а вы мне что не сказали, что я мимо иду? Вот мой. Надо просто запомнить, что это за зрительная память. Прошла мимо своего желто-зелененького и не запомнила. Не определила, что это наш. Все. Сейчас ставлю камеру на зарядку, переодеваюсь и иду купаться. Ну и денек сегодня. О, столько энергии. Столько гуляли. Упс. Рыжий кот. Он приходил к рыбакам. Проверял улов.